дороги. Улицы села украшают огромные кучи снега. Режим медицинских масок. В Богучанах превышен порог заболеваемости гриппом. МЧС спасает. В фонде социального страхования прошла учебная пожарная тревога. Здравствуйте! В эфире новости Богучанского телевидения. С вами Людмила Кочнева и обо всем более подробно. Этой зимой выпало большое количество осадков, в связи с чем дорожным службам приходится работать в усиленном режиме. А недовольство граждан, что дороги не чистят или чистят плохо, только растут. О том, как же все-таки чистят у нас дороги и будет ли вывозиться снег, расскажем в первом сюжете выпуска. Если проехать по Богучанам, то можно увидеть, что улицы села украшают огромные кучи снега. На перекрестках и поворотах это затрудняет движение, так как увидеть, кто выезжает из поворота, очень сложно. Своевременное обслуживание дорог в зимний период, чистка и уборка снега с проезжей части, также с обочин, конечно, влияет непосредственно на безопасность дорожного движения, так как в зимний период проезжая часть сужается и разъехаться достаточно тяжело. Также усложняется проход пешеходов по обочинам, там, где отсутствуют тротуары. Соответственно, если есть место для проезда и для прохода, дорожно-транспортных происшествий становится либо сводятся просто к нулю, либо к минимуму. Отношение водителей на этот счет негативное. Многих не устраивает, как чистят дороги в районном центре. Как относитесь к расчистке дорог в Богучанах? Как чистят у нас дороги? Отвратительно чистят. Вот это все плывет весной в поселок. Вот кто его убирает? Из года в год одно и то же повторяется вот это вот. Проулки, которые выходят на улицы, на главные, они вообще не убираются. Вообще. А снег вдоль дорог вот кучами лежит, мешает? Конечно, мешает. Он загораживает видимость. Аварийные ситуации создает, понимаешь, когда выезжаешь. Ты же не видишь, что дальше там за кучей. Плохо. А по что плохого? Они не убирают подъезды, где заезжать, все. Приходится самим убирать, да? Да, самим приходится убирать. Богучанский сельский совет производит чистку дорог по мере выпадения осадков. И в первую очередь очищаются автобусные маршруты, затем центральные улицы и переулки. Но до переулков, как показывает практика, руки не доходят. Взять, например, переулок Лозо. Там две машины даже не смогут разъехаться. Снежная наледь по краям дороги образует так называемую бобслейную трассу, что очень затрудняет движение. Как говорят в сельском совете, на этот переулок нужно большое количество техники, чтобы чистить и сразу вывозить снег. Но техники у нас не хватает. Какие есть возможности, так и чистят. А скажите, вот есть какие-то проблемные места у нас сейчас, что где сложно проехать? Да, по-моему, я не так далеко езжу. Для меня вроде все нормально. Я не местный. Ну, так-то иногда чисто, иногда нет. Конечно, мешают куча. Чего же они всегда мешали? Вот остановка на автобусе, подъедьте как надо к ней. Вот рядом, вот посмотрите, вот она завалена кучей. Да. Ну и как к ней подъехать на автобусе? А еще если налегать, ладно, на пазике. С остановками целая проблема. К ним не только автобусу сложно подъехать, но и пассажиру подойти, потому что там все завалено снегом. Снег вывозиться будет. Мы начали уже со вчерашнего дня силами трактора «Белорус» и пока автомобиля «ГАЗ». Но это пока, это вот именно в таких переулках вы успели заметить о том, где действительно не видно с поворота выезда другого автомобиля. Я думаю, в течение 20 дней мы это все сделаем, то есть именно с поворотов, да, а вообще с них мы вывозить планируем, и вывозить планируем его только тогда, когда он немножко подтает. Для чего? Для того, чтобы уменьшить его объемы при вывозке. Если раньше сельский совет расчищал подъезды к домам после того, как пройдет грейдер, то сейчас это не входит в их обязанности. Каждый житель должен сам расчищать свою придомовую территорию. Но одинокие пожилые люди всегда могут обратиться за помощью в сельский совет, где им обязательно помогут в расчистке снега. Остальным же людям стоит ждать весны, когда все растает само собой. Людмила Кочнева, Максим Мартыненко, телекомпания «Спектр Богучаны». В России распространяется грипп, в том числе свиной. По данным Роспотребнадзора, на данный момент недельный эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 13 субъектах Российской Федерации. От гриппа по всей стране уже умерли 27 человек. Завершение эпидемии медики ожидают в феврале.
В Богучанах также наблюдается увеличение количества больных гриппом. Болеет большое количество детей и взрослых, а количество вызовов врачей на дом увеличилось вдвое. Старайтесь применять определенные меры защиты, соблюдайте гигиену, носите медицинскую маску в людных местах и в общественном транспорте, а также для профилактики можно применять противовирусные препараты. Сейчас превышен порог у нас заболеваемости ОРВИ и гриппом, поэтому ограничения введены в стационаре по посещению пациентов. И увеличилось количество пациентов, амбулаторно обратившихся. И я хочу обратиться, чтобы все-таки температурящие больные, которые температурят высоко, видят, что они больны, все-таки больше вызывали врачей на дом, потому что идет распространение инфекции, когда человек приходит в поликлинику. Здесь у нас и пожилые, и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологические, поэтому лучше вот на дом. Члены общественного совета при МВД и жители села Богучан стали участниками строевого смотра стражи правопорядка. У здания МВД собрались сотрудники, задействованные в охране общественного порядка на улицах нашего села. А также была представлена техника, состоящая на вооружении полиции. Проходя между рядами, руководитель отдела и члены общественного совета обращали внимание на форму одежды и наличие служебных удостоверений. Водители автомобилей доложили начальнику отдела о технической исправности автотранспорта. Выявленные в ходе строевого смотра недочеты в кратчайшие сроки будут устранены, а некоторые из них устранялись сразу на месте. Ежеквартально проводятся совместные разводы и инструктажи личного состава, которые непосредственно заступают на охрану общественного порядка на территории обслуживания нашего района. К этому мероприятию мы привлекаем созданный и работающий у нас отряд добровольной народной дружины. Сегодня как раз мы вручали им удостоверения на рукавные повязки. Они вместе с нарядами у нас несут службу непосредственно на постах и маршрутах, которые внесены в план комплексного использования сил и средств по охране общественного порядка. Сотрудники пожарной службы периодически проводят учебные противопожарные мероприятия в организациях нашего района. На этой неделе нужно было спасти от возгорания фонд социального страхования. Как это происходило, расскажем в сюжете. Здравствуйте, фонд социального страхования Ленина 3. Учебная тревога. 15:00. В фонде социального страхования звучит пожарная сигнализация. А это значит, что началась учебная пожарная тревога. Через 5 минут после сигнала к фонду социального страхования приехала пожарная машина. Операция началась. Возгорание обнаружено в правом крыле здания. Один человек не успел эвакуироваться и остался внутри. Спасатели тут же приступают к работе. Человека, который не успел эвакуироваться, нашли. Надели на него кислородную маску и помогли выйти из здания. В отведенное время для эвакуации фонд социального страхования успел уложиться. Работники пожарной службы прибыли вовремя и успели спасти пострадавшего. Данное мероприятие проводится для того, чтобы посмотреть, как ведут себя люди в условиях максимально приближенных к пожару. В принципе, все задачи, которые были поставлены, выполнены успешно. Оценку персоналу и личному составу ставлю 5. Благодаря отработанной схеме и слаженной работе фонда социального страхования и спасателей МЧС все прошло без заминок. Подобное мероприятие – это хороший практический опыт, который позволяет нам дать реальную оценку готовности к действиям в случае возникновения нештатной ситуации. Для нас это важно еще и потому, что работа фонда социального страхования – это прежде всего работа с людьми. Зачастую это маломобильные граждане. И от слаженности и четкости действий как сотрудников филиала фонда, так и сотрудников МЧС напрямую зависит безопасность наших клиентов, находящихся в здании. Подобные мероприятия сотрудники пожарной службы проводят раз в месяц, для того, чтобы в реальной ситуации пожара люди знали, как действовать. Людмила Кочнева, Максим Мартыненко, телекомпания «Спектр Богучаны».
Далее вас ждет короткая реклама, она будет недолгой, не переключайтесь. Доктор Сергей Мальков с 27 января по 5 февраля в Богучанах, улица Ленина, 140, первый этаж. Боли в суставах, позвоночнике, головные боли, последствия травм мозга, гипертония, нарушение сна, неврозы, половая слабость, плюс программы кодирования антиалкоголь и антитабак. Телефон для справок 8902 940 9609. Распродажа шуб из Пятигорска. Мутон от 10 тысяч, норка от 25, бобер от 21, нутрия и енот от 30 тысяч рублей. А также пуховики мужские и женские, куртки, дубленки в большом ассортименте. Акция «Меняем старую шубу на новую с доплатой». Рассрочка и кредит на месте. 29 и 30 января, РДК «Интарь». Нужны деньги? Ломбард в Богучанах. От 0,3 до 0,9% в день. При увеличении суммы уменьшается процент. Наш адрес: улица Октябрьская, 77, помещение 6. Теперь вы знаете, где взять деньги. Пассажирские перевозки «Экспресс Диамант». Отправляемся ежедневно в 9.00, 15.00, 18.00 и в 22.00 от магазина «Диамант». Переулок Андрея Толстых, 1. Звоните по телефонам 8-908-024-9700, 8-923-342-1933. Телефон доверия 8-950-970-44-79. Не выбрасывай свой билет до Красноярска. Предъяви его водителю и получи скидку в 200 рублей на обратный билет в Богучаны. Внимание! Обвал цен на объявление в бегущую строку. С 1 по 15 февраля. Скидка 50%. Справки по телефону 22 766. Слушаю. Здравствуйте, полиция. Ваш сын в драке покалечил человека и сейчас задержан. Вопрос можно решить за 50 тысяч рублей. Куда привезти деньги? Остановитесь! Не дайте себя обмануть! Не передавайте деньги незнакомым людям, кем бы они ни представлялись. И прежде всего, позвоните близким. Алло, мам. Да не, у нас все нормально, все хорошо. Гуляем. Не дайте себя обмануть! Правила дорожного движения не прощают ошибок. Их незнание порой приводит к трагическим последствиям. Богучанские школьники в рамках акции «Студенческий десант» попробовали сдать экзамен в ГИБДД по правилам дорожного движения. Кому удалось ответить на все экзаменационные вопросы, смотрите в сюжете. ПДД сдается также 20 вопросов в течение 20 минут, но при допущении одной ошибки добавляется 5 вопросов. Ученики 9 класса Богучанской школы номер 2 с большим удовольствием пробуют себя в роли будущих водителей, которые сдают настоящий экзамен на знание правил. В помещении полная тишина и никаких подсказок. Инспектор тщательно следит, чтобы никто из ребят не пользовался шпаргалками и сотовым телефоном. Большинству школьников экзамен дается с трудом, но есть и те, кто допускает минимальное количество ошибок. Есть над чем подумать, когда сдаешь. Ну, надо как бы в первую очередь учить это все, чтобы сдать. Так не получится. Ну, вопросы были не из легких. Ну, как бы, если все равно там ездишь где-нибудь, все равно знаки запоминаются. Там. Этот экзамен проводится в рамках акции «Студенческий десант», которая приурочена ко Дню российского студенчества. Сотрудники ГИБДД поддержали инициативу общественного совета и представили возможность школьникам сдать экзамен вместе с претендентами на получение водительских удостоверений. Ознакомительная такая, ну, акция, чтобы как бы, ну, попробовали себя, узнали, чем это, что, какие требования предъявляются. Ну, надо отдать, сказать, что молодцы, как бы так, на первый взгляд, то есть, как бы они, даже так, как некоторые, без подготовки, ну, хорошо, так и сдают. Дети – это наше будущее, мы должны оберегать и использовать все меры для их безопасности. Без подготовки сдать экзамен на права невозможно, но основная цель – напомнить подросткам о правилах дорожного движения – была достигнута. Александр Черкашин, Дмитрий Синяев, телекомпания «Спектр Богучаны». Вчера свой 60-летний юбилей отметила Любовь Гостева. Прекрасная женщина, воспитатель детского сада «Скворушка». На протяжении 40 лет она работает в дошкольном образовании и является очень хорошим педагогом. О человеке, который вкладывает всю свою душу в воспитание детей, наш следующий сюжет.
Быть хорошим воспитателем и больше половины жизни отдать этой профессии может не каждый. Любовь Гостева начала работать в детском саду «Скворушка» 26 лет назад, когда он только строился. И за это время в ее заботливых руках успело вырасти большое количество мальчишек и девчонок. Это человек, я бы сказала, патологически ответственный. То есть она настолько ответственная, настолько творческая, несмотря на то, что уже такой большой опыт работы, она все равно остается всегда в курсе всех дел, всех событий. Она идет в ногу со временем, она дает фору еще молодым педагогам. И, конечно, молодым педагогам есть чему у нее поучиться. Я не представляю ее вообще на другом месте работы. То есть вот это ее. Дети – это ее работа. Придумать, как в игровой форме рассказать о правилах дорожного движения, заинтересовав каждого ребенка, может только она. Это что за круг такой? В середине он пустой? Что же он обозначает? Он движение запрещает. Посмотрите, вот когда увидите такой знак, то двигаться нельзя. А затем, чтобы ребята не уставали, станцевать с ними веселый танец. Главной благодарностью для каждого воспитателя являются счастливые глаза ребенка и добрые слова родителей. Это дает сил работать дальше и отдавать всю себя детям с еще большей силой. Любовь Николаевну я знаю давно, и двое детей воспитывались у меня Любовь Николаевна. Это старший сын, он сейчас во втором классе, и младшая дочь. О ней могу сказать, мне нравится мне, что мне считается строгость, что необходимо при воспитании детей, и любовь. То есть это чувствуется в ее отношение к каждому ребенку, то есть индивидуальный подход, маленький ребенок или ребенок уже подрос, это какие-то мероприятия, то есть она прям вкладывает душу, это мероприятие, это программа, это костюмы, она взаимодействует с родителями, то есть она постоянно пытается дать больше, чем, ну, допустим, чем садочная программа. Любовь Николаевна вообще очень душевный, отзывчивый человек, и у нее все качества вот современного воспитателя, она идет в ногу со временем, она полностью коммуникабельно в отношении и с детьми, и с родителями, и с коллегами. Вот в нашем современном мире это очень такое ценное качество, когда человек может найти общий язык со всеми. Она толерантна. Сегодня это вот современное слово толерантность, когда она терпима. То есть она может найти ключик к любому маленькому человечку и его родителям. Любовь Николаевна – замечательный воспитатель. Такого воспитателя хотелось бы пожелать для всех ребятишек. Она помощь и совет всем родителям, она друг и поддержка для всех ребятишек. В них она вкладывает всю свою доброту и любовь. Хотелось бы пожелать ей крепкого здоровья, успехов, вдохновения и много радостных и светлых дней. 60-летний юбилей Любовь Гостева встречает на работе вместе со своими детьми. Это уже не часть ее жизни. Это вся ее жизнь. Я работала в детском саду. Скоро будет 40 лет. Ну, наверное, это говорит о многом. Да, детей я люблю. Работу свою люблю. С удовольствием иду на работу. А как их не любить? Это дети. Мне своя работа нравится. И пока на свете есть такие люди с добрым сердцем и светлой душой, наш мир будет лучше. Людмила Кочнева, Сергей Бегишев, телекомпания «Спектр Богучаны». Накануне свой 80-летний юбилей отметила еще одна наша землячка. Необычный человек, вернее, человек очень даже обычный. А вот имя его интересное и редкое. Комета Алексеевна Егорова из поселка Ангарский накануне своего дня рождения рассказала нам о своей жизни и необычном имени, с которым живет вот уже 80 лет. В поселке Ангарский уже много лет живет бабушка с необычным именем – Комета. Так назвала ее мама. 80 лет назад это было одно из популярных имен. Незнакомые люди всегда удивляются, когда слышат это имя. Сама же Комета Егорова уже давно привыкла к нему и не считает его необычным. А когда была революция, у нас в деревне были 4 кометы. 3 дали имя, 4 мне дали имя. Это опять со слов «я знаю бабушки». Я не обращала внимания. Ну, на работе меня все Алексеевной звали. А и сейчас еще
встречают, которые знают меня люди. Комета Алексеевна зовут. Родилась Комета Алексеевна в Вологодской области в 1937 году. Через 5 лет отца забрали на фронт, а вскоре пришла похоронка, что его под Ленинградом убили. Так они вдвоем с мамой и остались. Не помню, как его провожали, машину посадили, там целый кузов натолкали мужиков, повезли в деревню. Вот это я помню. Как раз я на канаве стояла возле дома, их грузили. И увезли. В деревню увезли 10 человек. А пришло освоение только 3. Ничего себе. Вот. Так вот. Так что все было. Мама все время работала. Жила Комета Егорова у бабушки. 3 года училась в 1 классе, потому что ходить было не в чем. Как только наступали морозы, сидела дома. Но в итоге доучилась до 4 класса. Выросла красавицей, вышла замуж и уже с мужем переехала в Беляки, а затем и в поселок Ангарский. Квартиру дали, надо только построили ее, надо было все делать. Делали все сами. Огород разрабатывали, все делали. Ограды всякие ставили, все делали сами. У меня 2 сына, ага. И Наташа, вот, дочь 3-я, а теперь уже 6 внуков. О, ничего себе! И 4 правнука. Так вы счастливая бабушка? Конечно, у меня все есть. Я ни на что не жалуюсь. Дочь живет в одном поселке с Кометой Алексеевной. Всегда рядом. Она ее поддержка и опора. Хорошая мама, ответственная была. Следила за нами, да. И сейчас тоже помогает во всем. А вы ей помогаете? Конечно. Если не мы, то кто же ей поможет? Работала Комета Алексеевна всю свою жизнь. Не было такой работы, которую бы она не могла выполнить. Я и по дому везде, и на работе, на любой работе везде. Вот в Орсе я 20 лет проработала. Я же говорю, я кем только там не работала. Я работала сторожем, потом поваром, потом техничкой работала, потом уже продавцы меня перевели. За 20 лет работы в торговле Комета Алексеевна получила медаль «Ветеран труда» и 3 наградных знака, которые бережно хранит. Ну, вот так вот сложим, пусть лежат, их не просят. Большой просторный дом приходится ежедневно отапливать, чем и занимается Комета Алексеевна. Вот, печка. Ой. Хозяйка она отменная и к нашему приходу приготовила холодец, рецептом которого и поделилась. Сначала ноги, я еще добавляла куриные от корочка, сначала ноги хорошенько проварю, а потом корочок добавлю, еще поварю. Мясо отстает от косточки, от мяса, и холодец готов, тогда разделываю его, добавляю туда чесноку. Ну, при желании перчику можно. 80 лет у этого замечательного человека с добрыми глазами есть самое главное. Это любовь и забота ее детей, внуков и правнуков. Нам же в этот юбилей хочется пожелать здоровья и долголетия. Людмила Кочнева, Максим Мартыненко, телекомпания «Спектр Богучаны». Это были все новости на сегодня. А далее смотрите интервью со студентом Красноярского института искусств Севастьяном Мартыняком. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Последний год был довольно продуктивным, то есть это я был в Екатеринбурге на мастер-классе у народного артиста Николая Николаевича Голышева. Вот. Он в свое время показывал Дмитрию Хворостовскому, как какие-то определенные моменты из оперных произведений, как нужно брать, например, верхние ноты хорошо. И я решил также съездить к нему, мы с ним знакомы давно, с 2014 года, то есть мы в Москве на конкурсах встречались. Ну, в общем, уже такие довольно близкие отношения. Вот. После чего мы отправились в Пермь, где проходил конкурс оперных певцов молодых, где в жюри сидела Новиченко Тамара Дмитриевна, это педагог Анны Нетребки, сейчас очень самой известной мировой оперной певицы. Там я получил 2-ю премию, после чего я был в Белоруссии в декабре. Там был очень серьезный конкурс, потому что были
и участники из проекта «Большая опера», победительница прошлого года «Салтанат» была, и победитель второе место занял на «Большой опере» в этом году Тигран Оганян. Там, на этом конкурсе в Беларуси, он стал обладателем гран-при. Я прошел второй тур, где прошло 30 человек из 120, то есть было 120 участников. Категория была от 18 до 45 лет, то есть приезжали прям уже матерые дядьки, грубо говоря. И я приехал такой еще малыш. Но для меня это колоссальный был опыт. Я пел в Большом театре Беларуси. Это потрясающее ощущение. Это очень серьезный театр, именно вот ближнего зарубежья. С хорошей акустикой, то есть было приятно петь и большой опыт для дальнейшего развития. Вот. На этом конкурсе ко мне подошел Сюрнс Аллен, это директор палаты директоров театра Франции. То есть я, к своему сожалению, не знаю английского, и пришлось с ним общаться через переводчика, но он сказал, что про хорошее большое будущее. Вот. Далее ко мне подошел Валерий Серкин, это агент из агентства ТАСТ. Ну, то есть агенты в наше время в оперной индустрии очень важны, потому что везде сейчас как бы из всего делают бизнес, и из оперного творчества уже давно тоже сделали такой некий оперный бизнес. В Богучанах приехал я с своим коллегой Сергеем Вишняковым, все должны его знать, это ведущий шоумен города Красноярска. Вчера мы были в музыкальной школе, где с Любовью Илларионовной Кононенко мы обсудили концерт, наметили на 28 апреля, мой сольный концерт в музыкальной школе. Я думаю, представлена будет классика под рояль. Давно таких концертов, в принципе, не было здесь, и особо-то их тут и не делают. Я думаю, всем будет интересно. Попозже будут, я надеюсь, афиши, и будет какая-то дана реклама, и я с удовольствием буду всех ждать на концерте. В Богучанах мы уже 2 дня, и я очень рад, что мы приехали здесь. Все так встречают, такая теплая везде атмосфера. Я очень рад, что я побывал в очередной раз на родной земле, и всем богучанцам я передаю большой привет и с наилучшими пожеланиями всем удачи, здоровья, счастья. Нужны деньги? Ломбард в Богучанах. От 0,3 до 0,9% в день. При увеличении суммы уменьшается процент. Наш адрес: улица Октябрьская, 77, помещение 6. Теперь вы знаете, где взять деньги. Внимание! Обвал цен на объявление в бегущую строку. С 1 по 15 февраля. Скидка 50%. Справка по телефону 22 766. Так, планшетик, 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 планшетик. Планшетик. Остановитесь! Не дайте себя обмануть! Помните, при совершении покупок в интернете вас должны насторожить дополнительные вопросы, например, ваши паспортные данные или пин-код карты. Не передавайте продавцу никаких дополнительных персональных данных. Главное управление МВД России по Красноярскому краю предупреждает. Не дайте себя обмануть!